Как дать вторую жизнь заряжаемой курилке? Все очень просто. Для начала нужно ее вскрыть. Далее нужно будет извлечь контейнер. Все это дело снимаем. Ну и теперь вскрываем сам картридж. А теперь берем жижу и закапываем, чтобы пропитать. Пропитывать нужно сверху, чтобы она пропиталась полностью. Можно ей немножечко помочь. Ну и теперь минут через 15-20. Когда напитается сама губка, можно будет ею воспользоваться. Так, картридж. Собираем обратно. Вот уже пошел процесс впитывания. Пока можно ее зарядить. Так. Ну и все, процесс зарядки пошел. Пускай напитывается. И можно будет снова пользоваться.